Здорово всем, ребят, с вами Hill Hearts. И это у нас, короче, что? Это у нас Dark Souls 3, мод Cinders. Мы его продолжаем проходить. Так, к моему величайшему сожалению, здесь, по-моему, у нас не было костра после понтифика. Вот, поэтому с этим надо что-то думать. Сейчас мы будем думать. И скоро, наверное, уже добьем этот мод. Ну, по крайней мере, я так надеюсь. Так, давайте сразу поменяем наш колокольчик пока что. Пока что мы не готовы к новым вещам. Будем ходить со старыми. Вот, заодно проверим, насколько хорошо среднее лечение. Так, я немножечко довольно много не играл. Поэтому сейчас буду вспоминать, что кого куда. Так, дядя. Немножко их кувырочками похарасим, нормально. Топаем дальше. Господи, FPS до 37 упал. Это законно. Мят. Слушайте, походу у меня теперь даже простое падение сверху вниз наносит очень уйму много урона. Ну что же, тем лучше для меня. Так, уважаемые. Нафиг провожаемые. Там нам надо успеть убить ящерку, кстати. Так, ну-ка, не быкуй. Кстати, помните, в прошлой серии мы нашли новое заклинание света? Вот, для него нужен аж... У меня там собака скулит, надеюсь, вы этого не слышите. Вот, аж 30 веры, так что этим мы и займемся. Да, вроде микрофон не ловит, это хорошо. Так, вот где-то здесь ящерка должна быть. Надеюсь, я ее успею убить. Не успеваю. Надо мансить быстренько. Так, братан, не быкуй, пожалуйста, братик. Ну что ты за... Нормально все, нормально, честно все. Так, мерцалка, здорово. Теперь главное не сдохнуть раньше времени. Так, поехали. Слушайте, нифига себе урона стало. И заодно проверим, сколько мидхил дает. Охренеть, он хиляет. Ну теперь как-то супер просто, наверное, будет. Мое мнение. Так, здесь я, по-моему, забирался. И остановились мы на том, то что пришли вот на этот, скажем так, выступ-уступ. И закончили прошлую серию. В общем-то, неплохо. Да, магия очень медленно стала восстанавливаться. Ну да ладно, главное, что восстанавливается вообще. Ох, меня тут немножко отвлекали. Ну ничего, вроде мы со всеми разобрались и можем пытаться разваливать кабинеты дальше. Так, ну, двое тех ребят я, в принципе, вижу. Не настоящий. Не настоящий. Давайте тогда сначала сюда сразу. Мы вроде пока еще горящие, как минимум. Какая-то непонятная штука новая вроде бы. Может и старая. Как же замансил, вы только посмотрите. Ну-ка. Ничего не упало, к сожалению. Так, новое колечко. Где оно? Еще бы найти его, знаете ли. Дарк. А, увеличивает поглощение атаки тьмы. И немножко Синдерса, хорошо. Так, по-моему, кто-то меня уже быкует здесь. Но мы пойдем наверх. Можно, кстати, будет... В тыла, в туза, зайти к тем ребятам. Вот, и немножко удивить их. Тут у нас чего? Тут у нас ничего особо интересного нет. А, и тут у нас замечательные дьяконы, которым надо дать по лицу. Братан, иди сюда. Ну, вот так мы его добьем, в общем-то. Скажем так, в тяжелых ситуациях все способы хороши, я думаю. Думаю, никто не будет спорить. Давайте полечимся. Сколько лечит? Очень нехило так лечит. А прикиньте, как великий хил будет лечить. Мне кажется, персонаж будет вообще неубиваемым. Где-то до 7-го ньюгейма, не меньше. Ну вот такие у меня скромные предположения. Так, давайте здесь сразу ништячок заберем. Ох, ну как я буду с Олдриком драться? Я не знаю, ребята, потому что у меня он... Ну не знаю, проблемы всегда вызывал. Так, большой осколок титанита. Когда уже обломки пойдут? Вроде как уже пора, вроде как еще и нет. Ну да, ладно. Что компьютер так сильно гудит? Так, а здесь что-то было? Выглядит как призрачная стенка, не иначе. Ну-ка. Не, самая нормальная стенка. Ну, мало ли. Так, давайте молнию поставим, потому что здесь нам надо будет драться с этими. С жуками. Кристальными ящерками.
Только я, к сожалению, не помню, где они здесь находятся точно. Помню, здесь мимик должен быть. Вот это очевидно он. Как-то у него текстурка немного сломалась, но бывает. Поехали. Слушайте, довольно толстый мимик. Как бы кто бы что ни говорил. Ай, слушайте, он тоже теперь этим бьет? Как это? Проклятием. Это, кстати, что-то новое. Раньше такого не было. Так, здесь у нас... Ва, великая глубинная душа. Это заклинание для, по идее, темной пиромантии. Нет, в смысле, не пиромантия, а просто для темных этих искусств. Так, а как на ту сторону попасть? Я же помню, можно как-то было попасть. А, наверное, с другой стороны пройти. Совсем забыл. Так бы и ушел, наверное. Интересно, когда будет там версия 1.225? По-любому, автор мода, я думаю, не остановится на достигнутом. И будет постоянно и постоянно что-нибудь допиливать. Так, иди сюда, ящерка. Не успела убежать. Угу. Ну и вроде бы все. То есть теперь мы идем назад. И двигаем дальше. Хорошо. План, в общем-то, есть. Это главное. Надо сегодня еще постараться Bloodborne успеть записать. Пока времечко есть. Надеюсь, получится. Так, ну что, выходим и тогда сверху пойдем. И там нас будет ожидать мое самое любимое место из первого Dark Souls. Да, я думаю, все это место знают. Анерлонда, вот, где лучники будут стрелять. А мы, как куклы для битья, должны будем попытаться это пройти. А вот интересно, эти ребята полые, будет ли на них работать кольцо на увеличение урона? Мне кажется, будет. Вы, конечно, можете не верить, но что-то мне подсказывает, что должно работать. Так. Стоп, эти ребята уже забафались, это плохо. Да, у него кадило раскаленное. Давай будем стреляться. Пиу, пиу. Они, по-моему, затупили, не, вроде бегут. Так, тактикульно Влад отступает или нет? Или да? Не попал? Сейчас надо этого быстро застрелить, попытаться. И там у нас новые проблемы идут. Он же никак со спины не подойдет, вроде бы нет. Так, ну, с этими ребятами я довольно плохо умею общаться, но постараемся переговорить. Они ж, по идее, хиляться еще будут, скорее всего. Слушайте, какие-то у них непонятные мувсеты. Ну, отлично, добили. Дружище, ты какой-то медленный. Хилку-то не можем хильнуть, давай, Эстас. Ай, как он достал? Вот только... Посмотрите, как он далеко бьет. Ой, ну этот прям очень много урона получает. Давайте застрелим его как бравый лучник. Очень пафосно. Очень стильно. Хорошо. Давай сюда копья, молодой чемодан. Были твои, стали мои. Так, это у нас было... Чего, юбка дьякона? Вы серьезно сейчас? Deacon skirt. Увеличивает, короче, количество ячеек заклинаний. Ну, вот этот параметр. Не помню, как это перевести на русский, честно скажу, ребята. Ну, наверное, да и не суть. Кто-то очень уверенно топает. Чего? По-моему, там пулеметчики сидят, ребята. О, я представляю, насколько это будет весело. Так, ладно, сюда мы пока не пойдем, ну его нафиг. Пойдемте пока с великанами переговорим. Слушайте, охренеть, их там понаставили. Вообще невозможно теперь пройти. Они до сих пор стреляют, откуда? А, нифига, они прям тут. Блин, попадают же еще. Тут же раньше ништяки были, нет? Они вообще когда-нибудь отстают? Походу нет. Надеюсь, они этих великанов хотя бы будут подстреливать. Ну иначе они супер бесполезные. Также меня спросили, что я не парирую. Я просто не очень хорошо умею в третьем парировать. Вот, собственно, поэтому и не парирую. Ты живой? Нет, ты каменный. Этого мы тоже проверяли. Вот этот, наверное, встает, да? Пару раз ему по голове дал ему крит, он, короче, нагнулся. Ну и, собственно, все.
Как-то он непродуманно лег. Дохлый. Вот, живой. Ну, к сожалению, этому в голову мы дать не можем. Блин, у меня и так урона дофигища. Так что это особо и не требуется. Я все пытался его перекатом задеть, но не мог. С них всякие фигни на веревках падают, ты дохлый, да? Что ж, пойдемте попробуем с теми крокодилами сразиться. Какое-то это чудовище, я совсем уже забыл его название. Но надеюсь получится, и посмотрим, что нам этот ковенант будет, какие бонусы давать. Так, вот сюда, по-моему. Да, все еще помню. Поехали. Я, наверное, на всякий случай Синдер съем. Ну, так мне будет спокойнее, ребят. Так, давайте. Кто первая? Это первая, да? Хорошо, понял, плюс принял. Давай. Иди сюда. Вроде я успел, ребята. Не знаю, почему так вышло. Хороший урон, но главное не сдохнуть раньше времени. Ну и добьем. Не попали. Ну вот так хотя бы. Не совсем честно, но куда деваться. Так, и пока у нас баф держится, давайте дальше. Здесь у нас летальный гем. Не могу вторгиться. Давай, раз, два, три. Хорошо. Нифига себе, это что, она пропрыгнула или так от меня отпрыгнулась? Странно. Так, мистер Пипак, иди-ка сюда. Ай. Ну-ка, не кусай. Если бы ей в голову дать, можно было бы нормально так урон ей нанести. Ну, просто лапу ей отрезали. Так, Ring of Favor, это что такое? Это не оно? Господи, сколько же колец? Серьезно? Все увеличивает, короче, самое лучшее кольцо в мире, наверное. Слушайте, не говорите мне, что я еще щит могу надеть теперь. Не, не могу, ну ладно. Да, все по дефолту снова у нас здесь костер есть. Ну, садиться не будем, потому что ну его нафиг с этими всеми ребятами драться. Здесь у нас титанитовая чешуйка. И давайте к этому сейчас в коменант попросимся. По-моему, в оригинале верный Олдрик он называется. Ask to join, yes. И нам дают Aldrich Faithful. Короче, символ веры, наверное, как-то так. Так, давайте посмотрим. А сколько у меня, кстати, этих осколков человеческой хрени есть? 11. Можем плюс 1 левел сделать. Давайте попробуем. Давайте 11. Yes. Нам что-нибудь дать должны взамен. Нам дают, ну, какую-то палку магическую. Палка магическая мне не очень интересна. Давайте смотреть, что Квинан дает. Короче, увеличивает дамаг темными атаками. В общем, да. Ну, довольно неплохо, довольно неплохо. Так, ну теперь самое сложное. И, разумеется, самое интересное, и то, чего все, наверное, так долго ждут. Боль и страдания в Dark Souls. Но перед этим, ребята, мы будем полчаса подниматься по лесенке. Надо почесать нос, пока есть возможность. Потому что сейчас мы пойдем драться с серебряными рыцарями, которые не прощают ошибок. Но перед этим, наверное, дохиляемся до фула. Господи, ну кто придумал эти лестницы, а? Реально можно скорости к 4 ставить, и ничего не изменится. Фух, ну что ж, поехали. Постараемся не отъехать раньше времени. Хоть я и очень сомневаюсь в этом. Здесь вроде как на углах должны ништяки быть. Просто послушайте, сколько выстрелов. Просто пам-пам-пам-пам. По КД. Надеюсь, что смогу пройти. Честно скажу. Господи, они со всех сторон, отовсюду. Это же просто неприлично. Ладно, идем жестко, ребята, без щита. Как будто мы играть умеем. Придется тактикульно поступить. Сюда-сюда, потом вот сюда. Здесь у нас пепел. Маневр осьминожка. Так, и что делать-то? Как-то их надо выманивать, я не знаю. По одному, не по одному. Вообще, я думал, у них не будет резиста к молнии. У них очень хороший резист. Блин, он еще и огрызается.
Вот сутулый, ты гляш отворить. Давайте, раз, два, ворот, три. Застрелили. Сколько тысяч душ, не посмотрел. Так, дали, короче, их стрелы, но я не очень-то хочу их оружием пользоваться. Так что я постараюсь просто с ними кумите сразиться, честным. Я думал, он упадет, вот честно, ребята. Можете мне верить, можете не верить. Но я думал, что он упадет, а он не падает. Так, теперь моя очередь. Нормально, кое-как, ребята. Господи, просто успел забрать лут. Он же падать собрался, я такой, не, а не угадал. Не та кнопка, не та кнопка! Я просто помолчу. Я хотел нажать кувырок, но нажал случайно хил. Крюки-крюки, как говорится. Горе в семье. Так, а это мне получается снизу опять подниматься. О, ну ладно. Хотя бы не так далеко, ребята. Это что за ниш... А, мы тут с тела забирали ништяк. Ништяк вспомнил. Придется, наверное, уголь тратить и постараться не потратить души, которые мы там уже набрали. Около 80 или 50 тысяч там было. Ну, в целом, не то чтобы много, но и не то чтобы мало. Можно, конечно, было бы взять щит. Но, ладно, ребята, мы и так справимся. Мы же, в конце концов, жесткие, я надеюсь. Хочу новых нормальных заклинаний для пиромантии. Так. Постараемся не сдохнуть на этот раз. Кстати, а сколько мне там веры надо еще вкачать? Faith. 20, еще целых 10 единиц. Нифига себе. Довольно много. Души мои вон там. Хорошо, сейчас мы их и заберем, скорее всего. Если не отъедем раньше времени случайно. Ну, всякое бывает, это же Dark Souls. Так. Снова тактикульно бежим сюда. Можно, кстати, не спрыгивать, наверное. А что, если я тебя просто возьму и вот так передамажу? Ты не против? В принципе, можно просто его вот так заковырять. И те в меня не попадут элементарно. Какой-то для ковенантов какая-то штука. Просто вышел посмотреть, что там происходит, и получил в голову. Ладно, не хочу больше смотреть. Ничего там интересного нет. Ого. Ого. Так, а как бы мне с ними подраться? В честном поединке-то, а? Так. Будем Эстус восстанавливать. Ману, точнее. Блин, пока что они меня переигрывают. Надо хотя бы двух оставить. И потом мы уже сможем с ними воевать. Чувак. Нормально, живем. Блин, как же стильно теперь все стало выглядеть, согласитесь. Ну, типа, немножко динамичнее. Блин, мне нравится, я в восторге. Очень круто, но не всегда получается как надо. Так, братик, ну и с тобой мы уже переговорим по-мужски. Так, надеюсь, там друзей у тебя не будет лишних. Которые нам будут мешать разговоры разговаривать. По-моему, это бэкстап. Легко. Так, шлем их выпал. Доказательство верности. И еще куча всякой штуки хорошей, полезной. Если бы они в голову еще не стреляли, было бы восхитительно. Но все мы знаем, что они будут стрелять. Так, поехали, попробуем выжить. Из этой ситуации максимум. Так, стоп, а вот это уже проблема, потому что я не думал то, что там еще будет дядька. Так, придется немножко пожить. Здесь мы в безопасности. Еще откуда-то стреляют, я не пойму откуда. Ну ладно. Давайте еще одну срезку откроем. Ага, хорошо, открываем. Блин, какие потные твари. Вон там еще стоит. А как он там оказался? Тут даже нельзя попасть. Или можно? Ладно. Блин, злые. Они даже до сюда достреливают. Вы посмотрите, что творят. Я пробегал, мало ли ништяки остались бы. Давайте здесь срезку откроем.
Стоп, я не туда... Господи. А почему я не туда пробежал? Стоп, стоп, стоп. Вот это я лоханулся. Как я так сделал? Подождите. Что-то все пошло не по плану. Откуда? Господи, они повсюду. Вообще, можно пройти? Так, маневр, осьминожка, восьминожка. Доперекатываться, доперекатываться. Так, хорошо. Этот есть. Заберу ништяк обязательно. Получу в голову. Это куда без этого, ребята? Без этого никак. Надо полечиться. Спасибо, что живой. Еще полечиться. Я немножечко ошибся местом, где мне надо уходить вниз. Мой косяк, ребята. Так, ну здесь вроде ничего. И... Серьезно? А ты там всегда был? По-моему, да. По-моему, я просто профидил сейчас хороший момент. Ну ладно. Восхитительно его ногой пнул, ребят. Просто 10 из 10. Придется лечиться на всякий. Так, ничего не выпало, бывает. Не успела вернуться как надо. Ну, перекатились. И на том спасибо. Так. Надеюсь, этот последний. Или здесь у нас тоже еще один стоит? Вроде нет. Так, чувак, у меня для тебя плохие новости. Я пришел тебя подождать. Так, легко. Ой, а откуда здесь еще целая орда? Они разве были? Я не помню. Так, а там есть ништяки? По-моему, нет. Ладно. Проверять пока я не готов. Как же увернулся. Лол. Это было просто. Было бы эпично, если бы я его скинул. Нечаянно зарезали. Господи, а сколько вас там будет, ребят? Ай-яй-яй. Слушайте, какой же у них перекрестный огонь. Это просто ужас. Почти бэкстап, нормально. С трудом, но одолели. Нет, 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 нет. Жить. Как же плотно. Главное, чтобы не сбили. Фух, спасибо. Сейчас мы здесь все открываем, сразу срезки на всякий случай. Мало ли нам не повезет, да? Ну, чтобы быть готовыми и уверенными в себе. Вот. Быстро наверх. Там нам еще верхнюю часть этого Анерлонда. Плотная локация, просто до ужаса. Ну что, о, там ништяк, ребята, мне придется к вам прыгать, к сожалению. Я думал, не придется, но, видимо, придется. Ладно, исследуем все абсолютно. Здорово, братик. Как там дела у тебя, нормально? Надо выбрать. Хорошо, так, нормально, пока что все неплохо. В смысле, а ничего, что он не должен сразу наносить урон? Типа, я неужели не могу поваляться немножко? Я не видел, что он натягивает, честно. Ну хотя бы здесь нет, и на этом спасибо. Каждая третья стрела дает станлок. Понятно, надо запомнить. Успею. Не успел. Хильну с Наринестусом. Так, еще несколько доказательств верности. Ты смотри, что творит, просто тварь. Я просто хочу лут забрать, поэтому убью его здесь. Еще немножко титанитов. Пригодится. Почему-то не сразу с некоторых ништяки падают. Это, как вы можете понимать, немного не круто. Так, давайте сюда сразу все заберем уже. Блин, это серьезно, парень сюда упал. Я просто... Нет, здесь ништяк был, все верно. Ну, драконоборная хренотень, она нам особо не нужна. Ну да ладно. Раз уж мы здесь все пойдем до конца. И, видимо, придется идти вот этой короткой дорогой, которую мы только что открыли. Так, ребята, мне дадут пройти? Тут трупы везде лежат. Не могу попасть, ладно. Ай, больно, не стреляй.
Буду оббегать максимум препятствий. Маневрируем, маневрируем. Так, хорошо. Теперь уверенно лезем вверх. Как бы кто-нибудь стрельнул в попу, не хотелось бы. Так, ну и надеюсь, сейчас мы наконец-то вверх сможем отправиться. И никто нам особо не помешает. Потому что сколько здесь рыцарей нафигачили, ух. Сюда же нельзя попасть, вроде нельзя. Ну, по крайней мере, я не знаю как. Так, а тут, вот тут, по-моему, иллюзорная стенка, да? Да, помню. Здесь пилигрим почему-то валяются. А почему он тут валяется? Хамелеон, это так и было, все верно. Тут латунный доспех, да? Давайте проверим. Да. Давайте заодно глянем, что он нам дает. Увеличивает магическую атаку, кстати, необычно. А что у него по характеристикам? Блин, клево защищает, но как же много он весит. И Анри, по-моему, здесь нет. Так, ну главное, чтобы проблем здесь не было. Или есть Анри? Ну-ка, давайте глянем. Пикап. Так, ее меч нам дали, но у меня он вроде бы есть уже. Сундука нету. Неужели справа только? Этот момент я уже, к сожалению, подзабыл. Запамятовал, так сказать. Да, здесь есть. Здесь нормальный сундук. Здесь было кольцо перевоплощения мальчика в девочку вроде бы. Давайте проверим заодно. Кольцо. Выглядело оно примерно как-то стрёмно. Вот. Да. Короче, женщины могут делать то, что делают мужчины, и наоборот. Равноправие вроде как называется, не уверен. Так, ну чё? Нам, получается, надо еще внутрь собора зайти сверху и навалять, наконец, Олдрику. И уже потом мы пойдем с вами в подземелье Иритива. Это, наверное, одна из моих самых любимых локаций. Вот не буду обманывать, обожаю ее. Можно, кстати, к Ёршке сразу сходить в гости, если там у нас будет костер. Дергаем. Эх, самое главное передернуть хорошо, ребят. Ну, рычаг в смысле. А остальное приложится, так сказать. Так. Довольно долгий лифт, но нам не привыкать. Еще немножечко лесенок, которые я так люблю. Аж зевать начинаю ужас. Так, давайте. На эту кнопку, да, с этой стороны. Восхитительно. Ой, блин, надо было к Ёршке сразу идти. Блин, ну ладно. Хотя нет, даже правильно. Мы сейчас костер, получается, сразу потрогаем. Пожалуйста, скажите, что будет костер. Вроде бы, да, есть, восхитительно. Окей. Можно будет в храм огня вернуться и прокачаться. Ну, а Норландо, собственно, ничего нового. Давайте садимся сразу. В смысле, выжигаем просто. Сейчас идем назад. Сразу к Ёршке, она же, по идее, тоже нам ковенант даст. Насколько я помню. Дергаем рычаг. В другую сторону, да? Ну... В принципе, он мог бы просто на себя тянуть. Как бы и все, вопросов нет. Но нет, говорит нам игра, и я так не могу. Так, так, так. И как-то так тут можно пробежать. К сожалению, данный момент я плохо помню. Ну, вроде вот так. То есть так. Еще чуть-чуть сюда. И вот так. Хорошо. Красотка, я хочу к тебе в ковенант. Все, мы теперь рыцари. Он даже встает, нифига себе, как трогательно. А, вот это что такое, прикольно, давайте отдадим сразу ей. Потом еще, может быть, повыбиваем, посмотрим, что она нам за это будет давать. Так, ну и давайте глянем, что этот бонус дает. Так. Увеличивает, короче, магический дамаг. Ну, пойдет. Тут нам еще надо пропадать хорошенько так. Тут ништяки, нифига себе, я забыл.
О, колокольчик ёршки. А чем он хорош, кстати? Я вообще не помню. 30 веры. Слушайте, хорошая штука. Уменьшает стоимость, получается, заклинаний. Ну, маны и прочего. Ух, нифига себе, точно прыгнул. О, великое лечение. Это мне надо. Так. Здесь у нас сет стражи картин. Из, получается, первой части, да? Увеличивает ловкость. В принципе, полностью логично. Эти черти, да. Невероятности ловкие. Так, куда прыгнуть? По-моему, вот сюда, на балку. Так. Потом вот сюда. Можно еще раз на балку упасть, попробовать. Главное все делать осторожно, ребята. Ну, в целом неплохо. И вот, собственно, мы сейчас в церковь Ёршки прилетим. Давайте погнали тогда в храм огня быром. Так. Переместиться в Файрлинг Шрайн. Быстро качаемся. И потом идем верхнюю часть проходить. По-моему, кстати, я всяких ништяков понабрал, но забыл их отдать. А может и нет, не помню. Мадемуазель, мне, пожалуйста, веры очень много. Нормально, кстати, еще 5 и будет, будет хорошо. Отправляемся теперь бы... А, вот, Анорланда, легко. Думал, надо будет искать, куда лететь, но нет, мы нашли. Так, тут у нас еще несколько этих знаменитых рыцарей будет. С которыми бы очень не хотелось сражаться. Но куда деваться, ребята, куда деваться? Рано или поздно мы одолеем их всех. Погнали. Можно было, кстати, великое лечение поставить, но ладно. Так, это что такое? Это плохо. Ни хрена себе у него дальность атаки. Ты отдаешь себе отчет, что ты не должен так далеко бить, братан? Господи, что эти ребята себе позволяют? Кое-как. Блин, какие они непонятные, куда будут бить. Ну, кое-как. Надеюсь, вы мне дадите всяких своих штук верности, да? Да. И да, восхитительно. Еще 3 штуки, у нас будет плюс 1 уровень ковенанта, вроде бы. Так, тут нам вроде как справа тупик, давайте направо пойдем. Справа суперэлитный дядька должен ходить. Здесь он, собственно, и есть. Давай, братан. На. А почему я им не пробил броню? Странно. Стамина-то кончилась, да? Хорошо, справились. Ну, может, с него что-нибудь уникальное дадут? Вообще ничего не дали, ладно. Обидно, конечно, но куда деваться? Сюда можно зайти? Нифига. Вау, я думал, здесь нельзя упасть, но, походу, если очень захотеть, то все можно. Давайте проверим. Засады нет. Засады нет, восхитительно. Забираем ништяки. И теперь идем в левую часть, заходить изнутри. Да, примерно так. Давайте возьмем наш восхитительный лук. Опа. Вуаль какая-то святая. Это я посмотрю. Prisoner уменьшает цену заклинаний. А еще нам была какая-то... Вот это платье, да? Святое одеяние. То же самое. Блин, прикольно. Ну, я думаю, мужчине в этом ходить как-то неподобающе, так что мы не будем. Мяу. Жух, блин, как же стильно все выглядит. Чувак, зря ты это сделал. Надо было в милишку переходить, тогда у тебя был шанс. А это ты какую-то фигню сделал и проиграл. Что, все, что ли? Так. Ой-ой-ой. По-моему, он тут рано находится, потому что не место ему здесь. Так, мистер Паук. Опа, нормально застрял. По-моему, это он великана победил, да? Думаете, я хочу туда заходить? Вообще нет, ребята, к сожалению, не хочу. Я как бы отсюда постою и посмотрю. Я не против? Ну давай, давай.
Типа я такой жесткий. Ладно, выделываешься, выделывайся дальше. Он сдох или нет, я не пойму. Он нифига не сдох, он застрял, дурачок. Все. Теперь, думаю, сдох. Так, великан, ты на... Lightning Ember. Молниевый уголь, вроде бы. Здесь ничего. В какой-то части, по-моему, тут сундук был, если не ошибаюсь. Из паука тоже ничего не выпало, что, знаете ли, обидно. Ну да ладно, как говорится, ну да ладно. Так, ну и, собственно, все. Здесь мы то ли Анри, то ли Сирис должны были помогать. Но из-за того, что она немножко сдохла, мы никому не сможем помочь. К сожалению. О, новое, кстати, заклинание вроде бы. Мы еще сюда можем пройти, но здесь, по-моему, ничего интересного нет. Кроме рыцаря, понятно. Разве дырки нету в окне? Должна же быть. Не-не-не, ребят, вы меня не обманете. Лол. Была дырка, точно помню. Да не, быть не может. Ну точно была. Ну, либо нет. Как-то так тихо в этом соборе прям аж. Знаете, бывает давящая тишина. Вот это она и есть. Так, нас уже там ждут, к сожалению. Давайте раз, два. Хьюстон, проблема. Главное все делать тактикульно. Я думал, он не достанет. Ну, ладно, здесь у нас оградка есть, которая нас защитит вроде бы. Хорошо. Главное пожить, ребята. Надо бы открыть главные ворота, наверное. Какая-то забытая подвеска. Здесь, по идее, паук сейчас нападет на нас. Но мы дернем рычаг первым делом. Давайте, наверное, хильнемся на всякий. Да, мистер паук, здорово. Давайте по лапкам ему, на. Чувак, ты что, на улицу хочешь? Я тебя не пущу. Ой, как я ему удачно крит нанес. Кувырком по голове. Ну, главное, победили. Всего 1000 за него, вы серьезно? Рубин Олдрика дали. Так, давайте смотреть новые кольца. Рубин хпшку от критов и забытая. Увеличивает, короче, стамину и максимум загрузки. Нифига себе. Причем нехило так увеличивает. Можем что-нибудь убрать? Даже не знаю, ребят. Знаете что, можно попробовать вот так хитро сделать. Давайте смотреть. 210 урона. Убираем кольцо. 158. Нифига себе, сколько оно давало. Давайте ради интереса походим вот так. И теперь мы еще можем щит на стамину надевать, получается. Да, легко. Вот, теперь нормально. Теперь, конечно, урона будет поменьше. Но я думаю, это не такая большая плата. Это какие-то толстые ребятки пошли. И сундука тут не было, я помню. Это мимик? Не могу понять. Вроде нормальный. Твои чанки. Вот это вроде обломки уже были. Давайте всех их убьем. Вдруг еще на удачу нам выпадет. К сожалению, не выпадает. Не, больше не падает почему-то. Обидно. Так, нас там уже ждут сверху. Не будем их заставлять ждать. Они уже даже спустились. Говорят, смотри, какие мы жесткие. Еще один сверху упал, так. Ну, я помню, что это не все. Тут еще несколько этих чемоданов живет. Одного мы перекатами убьем. Наверное, хилюсь на всякий. А что насчет прыжки атаки? По-моему, в прыжке больше урона. Хотя вроде так же. Ой, давайте его заперекатываемся. Легко, и тебя тоже туда. Че вы прятали? Это кота на страже картин. Давайте смотреть, что дает. Казалось, кто-то идет на нас, но нет. Так, катан на страже картин. Где она? Вот. Она дает кровотечение 90. Ну, кстати, ничего прям такого суперского не дает. Из минусов у нее очень маленький радиус атаки, так что, скорее всего, нет. На. На, пипяка.
Хилюсь-ка я. Откуда их так много? Хотя на этого босса, наверное, было бы неплохо взять перчатку пироманта. Потому что она бы прям нормально так зашла, мы бы огнем забафались и были бы нормальными парнями. А не вот это вот все. Сейчас было бы неловко поймать, как это называется, проклятие. Так, сколько же их нападало, вы только посмотрите. Я думал, что двоих убьет, двоих убило, восхитительно. Так, остатки человека, ну вроде все. Че, поехали на Улдрика драться. Бахаемся. Сюда, сюда, поехали. Улдрик, пожиратель богов. Здорово, братан, здорово. Главное не лук. Говнюк. Очень толстый. Не самый хороший рандом, к сожалению, нам дали. Ни хрена себе урона от него. Жесть. 4, 5. Ты будешь утелепортевываться? Вроде бы да. Похились пока. Так, он решил в другую сторону убежать. Но это ему не поможет. Или поможет. Ошибка, ребята. Ну, серьезно. А как мне от этого спастись? Никак. Килимся два раза. Хорошо, живы. Живы целые орлы. Что-то я прям очень много урона наловил. Неприлично много. Он упал? Да, он упал. Бахаем. 4, 5. Еще пару атак. Хорошо. Килимся. Блин, пипец, он толстый стал. Давайте до фула дохилимся. Угу. Поехали дальше. Пока что держимся, ребят. Не попал. Короткие руки. Зато вернуться успел. Ну, уверен, огнем я бы его уже убил нормально так. Еще пару так. Хорошо. Можно, кстати, похиляться. Сейчас, скорее всего, вторая стадия. Да, к сожалению, она уже есть. Так. С какой стороны начинается это? Ага, от него идет всегда, я понял. Слушайте, а там же даже не было, по-моему, знака призыва никому помочь. Или был, но я не заметил. Я не помню, куда лучше бить, в голову или вот в этот отросток. К сожалению, не помню. Так, ну что, левый угол, правый, правый. Чем он ударил? Есть инфа? Что он делает вообще? Ты серьезно лук делаешь? Ага. Надо хильнуться попробовать. Ну-ка. Надеюсь, хильнусь. Восхитительно. Так, ну что-то как-то плотненько. Это лук, это плохо. Битвы с боссом реально намного дольше, длиннее стали. Блин, сутулый. Это не по плану, братан. Что-то я так просел очень сильно, ребята. Сейчас сдохну, наверное, да? Просто вот эти ауешные штуки, как же они дамажат. Просто жесть. Никогда не думал, что буду от Олдрика бегать. Не поверите. И разумеется, ну господи, как неудачно. Ладно, лишний кружок дадим. Если чё, я думаю, уже давно закончилась эта атака безумнейшая. Но походу нифига. Вот это ты мудень, братан. Знаете, неприлично толстый босс. От слова просто жесть, какой жирный. Ну ладно, ладно, ладно. Кстати, за понтифика офигенный меч вроде как давать должны. Давайте сразу уголь. Все еще попробую с таким сетапом пока что. А, блин, наверное, придется с этими ребятами драться. Потому что там мы можем кому-то помочь попробовать. Да как он достает? Если что, это должен был быть бэкстап. Нет? Ну, вторая, конечно же, всегда попадет у него.
Успею похиляться? Наверное, успею. Ну как? Игра, ты чего? Ахаха, прекрати. Ну, пришлось так делать, ребята, потому что он нечестно поступал. Я думаю, вы меня поддержите. Погнали. По 2,5 за них, походу, дают. Вот здесь мы разве никому не можем помочь? Видимо, нет. Тогда идем сразу на босса. Хотя там откуда-то эти пипяки падали. Ух, не знаю, смогу ли его второй раз стрелять уверенно. А, да, конечно, здорово. Стреляйте в меня, я это очень люблю. Они просто наперед кидают, вы понимаете? Фаерболы свои. Где мои души, братан? Алло, души где? А, вон души, хорошо. Как вот он попадает, я понять не могу. Ладно, все, Влад не горит, правда. Непонятно, куда он ударил. Теперь буду бить я. Надо было, наверное, Синдерс съесть. Что мы сейчас с вами сделаем? Давай, быстро, быстро. Поехали, в атаку. Только бы не лук. Вроде попал. В смысле, увернуться успел. Пару атак, хорошо. Похилюсь, пока маны есть. Просто Эстус я потом, но потом оставлю, когда все будет плохо. Просто не понимаю иногда, что он делает. Ну, если что, я прожимал, ребят, у ворот, но игра как-то залаговала, я бы сказал. Так, давайте еще разочек. Раз, вторая будет, второй не будет. Иногда кастуют вторую, непонятно. Так, давайте, раз, два, три, четыре, разминаем его. Сутулы не успел побить нормально. Ну что ж, хотя бы так, хотя бы так. Еще не огненный, спасибо и на том. Блин, как эти самонаводящиеся хрени накаляют. Очень хорошо его зажали. Ну, относительно, конечно, но неплохо. Надо хилнуться успеть. Сейчас будет огонь, по идее, да? Да, к сожалению, уже вторая. Это что такое? Раз, два, обычно три бывает. Так, тактикуем, отступаем. Как же быстро он летит за мной. Почему-то иногда он быстро заканчивается, иногда нифига не заканчивается. И он решил свалить как можно скорее. Осуждаю. Ух ты, теперь фиг похилишься. Потому что эта хрень появляется. Сложно. Братан, давай без фигни. Пришлось отступать, ребята, или он меня бы убил. Я думаю, выбрал правильное решение, надеюсь. Давайте хилюсь. Так, вот лук, это не круто, братан. Вот это он комбить начал. Смотрите, что пес делает, а? Я подойти к нему не могу, алло. Это шутки, братан. Да хорош. Не пойму, что было, вроде он так не делает. Но решил специально для меня, говорит, все для тебя. Вот говно. Не, ребят, надо что-то поменять. Так, ну что, еще разок я хочу попробовать уже от огня. Надеюсь, получится. Если нет, я не знаю, ребят, тогда буду монтажировать, чтобы серия на 8 часов опять у нас не затянулась. Вам бы, может, и интересно смотреть, но вот рендерить и заливать мне очень долго. Так, надо заранее бафнуться, наверное. Или фиг с ним, там бафнемся. Пацаны, не стреляйте. Ну, конечно же, мои души супер далеко, к сожалению. Ладно, буду делать вид, то, что я не замечаю его. Есть души на месте.
Сейчас бы сдохнуть прям сразу, было бы круто, в скобках нет. Осуждаю, я полностью вернулся, ребят. Это кривые обоссанные хитбоксы. Не пойму, он бьет еще или нет? Вроде нет. Мало урона. Надо было Синдер съесть, я забыл. Я забыл. Так, давайте сразу Синдер схаваем. Так, давайте, может, прибафаем. Так, поехали. Двуручный хват, бой. Нет, братан, не надо. Ну что, 600 урона, восхитительно. Вот это мне нравится. Вот видите, это был короткий дождь из этого. Из лука. Только не кастуй больше, братик. Я тебя умоляю. А сейчас мало урона, странно. Как он это делает? Есть инфа. Братан, ты не хочешь уйти нафиг отсюда? Давайте две хилки, поехали. Пока туго идет, неприлично туго. Я говорил, у меня с ним проблемы, ребят. Как бы чё говорил и не обманул вас. И он уже утекает, говнюк. По хвосту, по горбу. Не успел. Но главное, чтобы не огненный. Он уже огненный. Охренеть. А, закину. Закинул, хорошо. Хотя бы чуть-чуть. Блин, как же он больно делает своими хренями, а? Как он так бьет со всех сторон, господи. А, так у него коса... Ах ты, чего он похилялся на фулл хп? Господи, ну чё он такой плотный-то? А? Мне просто надо быстро оружие на него, только и всего. Я бы его уже давно победил. Как он догоняет, я не пойму. Что-то, ребята, прям жесть какая-то. Не, не могу, ребят, не могу. Ну, короче, ребят, я слетал, сделал себе фальшион. Давайте попробуем, что будет с ним. Он, по идее, в двух руках должен неприлично много урона наносить. Не уверен, насколько это правда, неправда. Я, короче, залетел к боссу, забрал у него души свои, как вы можете понимать. Так, сейчас этого говнюка убьем, если получится. Так. Ну, против таких противников не очень будет эффективно, я думаю. Но против остальных должно нормально заходить, мне кажется. Так, иди сюда. Раз, два. По крайней мере, в первой части фальшон был имбой. Посмотрим, как тут. Я его, разумеется, проточил на удачу. И сейчас поглядим, чё кого. Урона у него получается сейчас... 368, ну, в принципе, неплохо. Это я сейчас зайду к боссу еще Синдер скушаю. Вот, и буду надеяться, что завалим его. Не уверен, но, по крайней мере, попытаемся. Вот ты негодник, а. Ладно. Делаем вид, что этого не было. Давайте заходим сразу, юзаем уголь. В принципе, у меня зачарование есть еще на огонь. Идем так. Пойдемте. Блин, как же тяжело попасть за этим говнюком. Надо было Синдерс съесть, но я что-то забыл совсем. Смотрите, он не останавливается, продолжает свои позорные атаки. Раз. Ну, маловато, но зато посмотрите на эту скорость атаки, ребята. Так, кушаем Синдерс. И нам надо бафнуться еще успеть. Две руки, поехали дальше драться. Надеюсь, получится, правда. Пару атак запихну. И тактикульно буду убегать. Ну как он попадает так больно? Господи, в чем проблема? На два эстуса придется хиляться. Я еще кольцо на эстус надел. Так. Зашли к нему в туза, так сказать. Давайте дамажить. Ну, пойдет. Если я опять не лоханусь, то можем победить. Если это не молния. Как ты достался своим... Короче, ливнем и стрел, братан. Просто вообще тошнит. Это короткий был ливень и стрел. Так, две стрелы пережили. Живем дальше. Ну, окей, пытаемся жить. Как ты неудачно стрел, братан.
Ты не представляешь. Наверное, надо перепахнуться. Может, и новая стадия? Конечно же, с чего бы еще начать атаку, как не сливный стрел? Придется широкую дугу сделать. В надежде на то, что мы выживем. Ну это как назвать, ребят? Мне кажется, это называется действо. Ладно. Постараемся пожить. Зажали его. Я не знаю, какая стихия лучше его берет. Но у меня только огонь халявный есть. Блин, у него это... Из пипирки, короче, огонь льется, это плохо. И пока что, наверное, это лучшее, что у меня получалось. Давайте хинусь на 2, фиг с ним. Бафаться уже не успею. Угу, это хороший рандом. Так, вторая атака будет, второй атаки не будет. Совсем не хочу к нему заходить, потому что там очень много огня. Блин, он же может хилку. Нормально, успел. То есть, если бы он меня ударил, было бы плохо. А так еще полбеды. Вот говно, нанес урон. Это совсем мне ни к чему. Ладно, ладно, живем. Так, давай только... Ах, конечно же, ливень и стрел. Что еще может быть? По-моему, ему прикрутили, чтобы он только эту атаку использовал. И ничего иначе. Вы смотрите, что творится? Ну, я просто поваляюсь. Вы не против, да? Как бы я тупо подойти к нему не могу, понимаете? Как бы в этом одна из трудностей. Давайте рубим ему все, что видим. Вообще, я думал, он уже утелепортировывается. А он, говорит, побоковать решил. Ну, я всрал кучу атак. Как я люблю, ребят. У меня вот с ним получается только если я использую нормальное быстрое оружие. А он, конечно же, свой самый дождь. Так, он меня догоняет. Хьюстон, проблемы. Он когда-нибудь закончится? Надо хиляться. Ну, знаете, либо он, либо я здесь уже как бы все. Все решено, просто чуть-чуть рандома надо. Чуть за атака, алло. Кое-как, ребята, очень позорный пососный босс, ненавижу его. Синдерс, Синдерс Лорд, Soul of Aldrich. Ну, кое-как. Ненавижу, еще раз скажу, терпеть не могу этого босса. Прям всем сердцем и душой. Ух, ну справились. Так бы это самое главное, я думаю. Это жижа везде течет. Можно, кстати, кольцо на Эстус поменять. Даже не знаю, можно, в принципе, веру запихать. Потому что вера прикольная штука. Или даже на ХП, не знаю, вот пока что не решил. Нужно максимум станины. Давайте вот так пока, нормально. Посмотрим, что у нас с той стороны, по-моему, ничего не будет. Ну, либо какое-то условие необходимо сделать, чтобы здесь уже ништяки появлялись. Потому что пока тут пустовато, знаете ли. Пожалуй, самый жирный босс пока что из всех. Но главное одолели. А я не помню, тут Гвиневер будет или кто? Так, вообще этого места не помню. Здесь у нас новое заклинание, Арепел. И Сан Принцесс Ринг. Ну, вроде это кольцо было. Чего? Градуально ресторит ХП. И по ХПшку мне будет восстанавливать потихонечку. Неплохо. Дайте, как говорится, 2. Так, сейчас лифт дождемся. Так, поехали. Летим в храм огня, смотрим, что можем купить. Прокачиваем веру себе до 30-ки как минимум. Или даже не знаю, или тупо так прокачать. Ну, интеллект как-то никогда меня особо не привлекал. Так, ну и что, у нас получается либо в озеро идти, либо в руины этих. Как же их зовут, я забыл. Там еще страшно. В подземелье Иритила, вот.
Так, мы тебя можем посадить, братан? Да, тебя можем посадить на место. Так, и еще у нас пепел повелителей есть. Давайте с этим. Ну, здесь, по идее, Лотрик должен сидеть, это мы не можем пока. Вот, повелителя у нас. Хранителя. Так. Будет урон интересный или нет от падения? Чтобы посмотреть, насколько кольцо восстанавливает. Знаете, одно это кольцо не сделает вообще никакой погоды, так что мы его уберем. Так, давай смотреть. Новое заклинание. Become Numb. Наверное, походу прерывает дамаг. Коса это было в оригинале. А Вольнера нет. Это нет. Вот это новое. Sword of Avowal. Вау. Dark. Слушайте, прикольно. Душа Олдрика. А церемониальный меч из Лондора. Угу. Блин, а что это за меч-то? Trend Trust. Great Sword. Я бы его хотел посмотреть, ребята. Но 24 ловкости. Знаете, ничего лучше нету. Давайте возьмем его. И потом я хочу вот этот еще меч. Обязательно. Его тоже возьмем. Так, давайте тогда вместо этого кольцо, которое вообще никому не нужно, мы возьмем на Dexterity. Где оно только? Вот. Все, теперь мы можем проверить данный меч, который мы только что получили с вами. Что это такое вообще? Ну, выглядит... Слушайте, бьется очень быстро. Мувсет довольно прикольный. Ну-ка. Тычки, серьезно? Вау. А есть какая-то альтернативная атака? Ух, охренеть. Круто, круто, так. Ну, знаете, если его можно переточить в веру... Блин, ну очень крутой меч. Я не знаю, у кого они отобрали мувсет, но выглядит сексуально. Маловато урона. Блин, я бы с таким походил. Давайте инфьюз. Можно его закалить в... как этот, веру. В принципе, да. И, кстати, знаете что, скейлы? Тут у нас 45 скейлы восхитительные. Так что это невероятно имеет смысл. Блин. Давайте ради интереса. С ним побегаем ради прикола, нет? Его надо качать, да? Он, конечно... Ладно, я, наверное, пожалею об этом, но я хочу. Так она по одному, господи, можно все чего угодно терточить. Все. Давайте берем. На 4 будем качать. Давайте на 4. На 5 пока не будем, жалко. То есть у нас новый меч. Новый меч, ребята. И он еще огнем зачаровывается, серьезно? О май гад, господи, сколько секса в этом мече. Красотка, а что теперь скажешь? Бум, маловато. 451. А у моего старого меча сколько было? Сейчас бы его найти еще. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, полуторный. Нет, это не тот. Так, где мой меч плюс 6? Вот, плюс 7 он уже. Так, а у этого меча было сколько урона? Двуручный хват. Ну, кстати, на уровне, на уровне. Окей. Можно я еще качну чуть-чуть левелап? К сожалению, на него надо было много ловкости, да? Декстерити. Сколько? 24 или 22? Давайте глянем. Чтобы спокойно его пользовать. Сколько на него надо? 24. Блин, это много. Ну, с другой стороны, я думаю, можно сделать. Не ошибка. Вот. Будем теперь с ним гонять. Суперсексуальный меч. Вот. А, ребята, всем большое спасибо за просмотр. Предыдущие и следующие серии будут в описании. Если видео вам понравилось, можете поставить лайк, написать комментарий. Все читаю, все отвечаю. Вы самые лучшие. Обожаю всех. Спасибо спонсорам. И с вами был Хилл Хёртс.